Всем привет, народ, с вами снова я, Раги. На этот раз я играю за Берсерка. Прокачал немного, не фулл шмот. Некоторые шмотки еще не одеты. Кое-что прокачал, да, плюс 20, рыжая. Попал в бой к новым, да я и сам еще нуб. Играть толком еще не умею. Если понравится мне играть Берсерком, то думаю, буду учиться. В отличие от Инквизитора, он более зависим от команды. С ним не получится бегать в одиночку. Хоть и играю Берсерком, но повадки Инквизитора остались. Он сейчас канонир стреляет, а Инквизитор даже не думает снять его. Поэтому приходится мне снимать его. Разбив турельку, сейчас лучше набить на нем немного ЦП. Будем бить простыми ударами. Канонерчик, как обычно, любит капканами кидаться. Вот не знаю, зачем он строит вторую турельку. Видишь, ведь я рядом нахожусь. Ладно, Берсерк подошел. На нем тоже можно ЦП набить, он полуголый, можно сказать. Думаю, пока чуть-чуть промолчу, так как некоторую часть боя придется за этим канонерщиком бегать. Так как если он настроится, то точку точно не возьмем. Он уже немножко поднадоел даже мне. Пошел на сон. Как раз мы уже берем точку. Первым делом лучше, конечно, убить хила, потом берса. Но это сейчас как получится у нас. Во время боя с берсом лучше следить за анимацией ударов. Так как при начале простого удара можно нанести паверку. Хила мы убрали. Опять этот канонир приперся сюда. Его тоже нужно убрать снова. Вот и все, с ним покончено. Точка взята. Лучше было бы, конечно, если бы я сразу побежал, запрыгнул, то. Но я почему-то ждал, пока построят лестницу. Ну хоть настакался на этом берсе. Пошел зачем-то за фризой. Рисковый. Стаками. Вот сюда надо было сразу, как только точку взяли, бежать. А я ждал, пока лестницу зачем-то построят. Фриза как-то уже оказалась тут, что-то я замедлился сильно. Бой будет не очень длинный. Ну, думаю, лучше вам посмотреть, чем слушать меня. Следующий бой, надеюсь, против нормальных соперников выложу. Так как здесь больше половины оказались нубы. Ну, если с учетом того, что я сам играть еще не умею. Ладно, всем спасибо. Приятного просмотра. Richtig los. Wir
feiern. Die Stimmung, die ist riesengroß. Viele Leute hier, viele trinken Bier. Doch Sekt trinkst du nicht, sonst wird's grün, dein Gesicht. 22 Jahre bist du nun alt. Hoch, knackig, lächelnd, strahlt. Mach nun weiter so, dann bleibst du ewig jung. Denn heute ist Geburtstag, alle feiern mit dir, alle feiern. Geburtstag, Geburtstag, alle sind nun da. Denn du hast Geburtstag.